Привет всем из Алании, район Оба, 11 пляж, время 5:30, среда сегодня, людей довольно много на пляже White Gold, много людей, ну понятно, что это все не туристы, но либо приезжие из других регионов Турции, иностранных туристов еще нет, здесь на этом пляже тут кафешка работает, и тоже там людей довольно немало. Сейчас расскажу о погоде, а сразу, чтобы не забыть, хочу сказать, я сегодня планирую сделать список видео будет с отелями, которые в Алании получили сертификат здорового туризма, либо подали заявку на его получение, то есть наверняка получат. Все эти отели вы увидите, и ну, в эти отели можете спокойно ехать, это безопасного туризма сертификат, подразумевается, что в отеле соблюдаются, короче, условия все, которые должны были выполненными быть, чтобы получить этот сертификат, а условий там, поверьте, немало, там больше сотни, то есть в эти отели реально ехать безопасно, и там... Я уже не помню, сколько отелей, но не так много, а всего в Алании 500 с чем-то отелей. Ну, это имеется в виду по всем районам Алании, 500 с чем-то, и всего лишь 48 из них получили, либо подали на получение этого сертификата. То есть довольно-таки немного из общего количества отелей. Все я их вам назову, покажу, и в эти отели вы спокойно можете... планировать свой отдых и бронировать туры на этот год. Надеюсь, что ничего не изменится, не ужесточатся снова все меры, международные перелеты таки будут, и все будет нормально. Пока ждем. Здесь вот пляж этот тоже с кафешкой, лежаки, очень много людей, вы видите, купаются. Ну как много, может, как бы в глобальном масштабе немного, но в плане того, что сейчас вообще как бы туристов в Алании нет, то довольно много. Дальше люди просто по берегу, без лежаки пустые, люди просто сидят на берегу. Тоже, видите, людей немало довольно. Сейчас о погоде расскажу. Вода, давайте начнем с воды. Вода сегодня 26 и даже больше, там где мелко, там 26,5. Воздух сегодня на солнце в среднем 29-30, но хочу подчеркнуть, опять же, у нас еще нет жары. То есть вот это вот пекло, духоты такой вот июльской, августовской, ее нету. И это очень радует. То есть, несмотря на то, что 30, на улице довольно комфортно, но только на солнце, конечно, не обгорать надо. Не знаю, что вам видно против солнца. Ну, вот смотрите, в общем, сколько людей. Какие-то водоросли плавают. Иду в поисках прозрачной, кристально чистой воды. Вчера мне это удалось. Сейчас вот здесь мне не очень нравится вода, может быть, и почище что-то принесло течение. Не видно. Солнце в глаза светит, ничего не вижу, что снимаю. С сегодняшнего дня провинция Мерсин, если я не ошибаюсь, закрывается на въезд и выезд, а вот на какие сроки не могу точно сказать. Связано с чем тоже, 100% не могу сказать, но скорее всего, наверное, либо с вирусом, либо еще с чем-то, потому что сейчас многие провинции на какие-то сроки закрываются. Ну, в основном эта провинция имеется в виду, где нет туристов вообще, то есть там, где нет моря. Так что это, в принципе, вам не интересно это, но просто знаю, что несколько провинций, даже, может быть, не провинция, это более мелкие районы. Они там, кто-то на неделю, кто-то на две недели. На Мурад-Паша в Анталии пятиэтажный дом, сегодня читал, взяли как бы в карантин, потому что в нем, по-моему, несколько заболевших было даже. Боже, вода такая теплая, люди, я передать просто не могу, она реально, но теплая до такой степени просто...
Супер. О, дальше вроде пошла чистенькая водичка. Ну и сложно пока сказать, вот даже по открытию отелей, то есть они получают, даже те, кто эти сертификаты, а когда они будут открываться, в принципе, неизвестно, июль это будет, либо август. То есть сейчас все в таком подвешенном состоянии, никто ни о чем со стопроцентной уверенностью сказать не может, потому что сейчас меняться может ситуация каждый день, в мире в том числе. Если все надеялись, допустим, на Германию, то Германия не поехала, сейчас запретили вроде бы. Да, что касается Украины, с 1 июля вроде тоже должны начаться международные, но сегодня в украинских новостях я читал, что карантин в Украине продлили до 31 июля. Я не знаю, будет ли, отразится ли это на перелетах международных, будут ли рейсы на Турцию, допустим. Ничего не знаю. То есть сейчас о чем-то говорить и утверждать со стопроцентной уверенностью сейчас нельзя ничего, потому что все меняется. Немножко, конечно, люди расслабились во всех странах. Многие. Кто, конечно, бережет свое здоровье, тот бережет, тот продолжает. Чуть ли не режим самоизоляции, потому что боится заразиться. И это правильно, потому что нужно пережить эту заразу, пока она есть, нужно быть максимально осторожным. Здесь мы прошли вот пляж уже Абакоя 11, что мы прошли. Сейчас дальше будет Месут Хотел, Хризантем, Монте-Карло. Где-то за Монте-Карло я вчера купался, чуть дальше. Мне понравилось. Херсонский джип сегодня я видел у себя на улице. Проезжал, не знаю, живут здесь люди, либо приехали. Вторая машина за полтора года. В том году одну видел, когда в метро был. Люди были с Херсона. Но это не они точно, это другие. Смотрите, сколько людей. Вот как бы туристов нет, да, люди есть. Люди есть все равно, то есть это местные. Это приезжие из других турецких провинций. То есть люди, в принципе, есть. Жара на солнце. Вот я сказал, что духоты как бы нет, но жара есть все равно. На солнце довольно-таки жарко. Фух. Одну секундочку понаблюдайте. На море. Отели постараюсь сегодня сделать вечером, ну, до полуночи, я надеюсь, у меня получится, там немножко придется помонтировать, но я надеюсь, к полуночи я успею выставить про отели. Вы сможете посмотреть, какие отели получили этот сертификат здорового туризма. Сори еще раз за мои маневры. Так, и сколько мы тут с вами пришли? Еще чуть-чуть, и все, в принципе, полминутки. 10 минут у нас. Довольно вот так вот, в общем, смотришь, когда вот на всех людей. Мне кажется, что по всем пляжам их довольно много. Хотя вот сейчас вебку открывал именно на Клеопатре. Там веб-камера есть на каком-то ресторанчике. Там людей довольно-таки, я бы не сказал, что много. На Клеопатре час назад было. Ну, примерно как здесь тоже.
А там вот дальше, чем ближе к реке, тем больше людей. Я смотрю, так, а где вчера купался? Несут. Так, Хризантем, дальше Монте-Карло, Блю Даймонд. Все, сейчас видео люди закончатся, я прощаюсь с вами. Это была Алания Среда. Море 26, еще раз напоминаю, это же очень замечательно.